Ежегодно в конце октября в России отмечается праздник двух профессий, без которых сложно представить нашу жизнь. День работника дорожного хозяйства и День работника автомобильного транспорта. В администрацию Славянского района лучшие представители этих отраслей были приглашены на торжественный прием. Славянское ДРСУ – ведущее предприятие дорожной отрасли нашего района. Немалая личная заслуга в этом Алексея Сатина, который трудится на благо предприятия уже 18 лет. Где-то в старших классах я задумался, что надо выбрать какую-нибудь мужскую профессию. Поэтому поступил в политех наш краснодарский, на автодорожный факультет. Окончив его, я пришел на это предприятие в 98 году. Однажды, выбрав профессию, Алексей Сатин принял правильное решение и остается верен своему делу. За годы своей работы он прошел путь от мастера по содержанию дорог до начальника планово-производственного отдела. Получив второе высшее образование в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, стал заместителем генерального директора по экономике и производственному планированию. Предприятие наше, каждый человек вносит вклад. То есть один я ничего бы не сделал, поэтому от простого рабочего до директора каждый вносит вклад, чтобы предприятие развивалось и стояло на ногах крепко. Алексей Анатольевич работает на благо предприятия. Сейчас он занимается разработкой и внедрением новых технологий в ДРСУ. Из последних внедрений новых технологий это у нас укладка щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. То есть добавляется в асфальтобетон добавки специальные, которые улучшают качество асфальтобетона, улучшают шероховатость асфальтобетона. То есть это важно для сцепления шин, то есть для безопасности движения. Алексей Сатин оказался в числе приглашенных на торжественный прием лучших работников отрасли дорожного хозяйства района и автомобилистов. Здесь собрались не только те, кто строит дороги и мосты, а также те, кто обеспечивает бесперебойное и безопасное сообщение между населенными пунктами нашего района. Председатель районного совета депутатов Григорий Литовко поздравил тружеников с профессиональным праздником. Я хотел бы прежде всего поблагодарить вас за избранную вами профессию, за ваш труд и те все достижения, которые у нас есть в Славянском районе, в крае, те дороги, которые вы строите, тот транспорт, который вы водите. Все это, конечно, сказывается на экономическом благосостоянии нашего района, края и наших жителей. О каждом приглашенном на торжественный прием прозвучали добрые слова, были отмечены профессиональные заслуги. Приятным подарком для собравшихся стали выступления артистов городского дома культуры Анны Курской и Александра Сажина. После всем гостям были вручены памятные подарки и благодарственные письма от главы района. У героя нашего сюжета Алексея Сатина впечатления о приеме остались только положительные и запомнятся они на долгие годы. Администрация ценит наш труд, нашу работу. Это не только как бы поздравление в мой личный адрес, но это всего коллектива. Поэтому большое спасибо за это. И мы будем держать свою марку Славянского ДРСУ, чтобы продолжать работать в высоком уровне и с хорошим качеством. В любое время суток, в любую погоду дорожники и транспортники трудятся во благо своего района. А ведь без преданности профессии и чувства ответственности тружеников за свое дело невозможна повседневная жизнь нашего района и всех славянцев. Надежда Калинина, Игорь Ванчуков, программа «События».